там вот посадка идет за речкой, да? Пламя к этой посадке подходило. А дальше лес. После посадки там уже это, как наша тайга Уральская. Ну и сад рядом. И сад рядом. А с этими, с полями что-то делать нужно. А что с ними, так? А с ними там этот, как его, раньше картошку садили там люди, да? Сейчас все заброшено. То есть картошку покупают у фермеров, так я понимаю. Вот. А здесь все заросло травой, сухостоем этим. И он горит каждый год. В прошлые года было, мы все бегали, тушили, даже наши маленькие внуки, все там, вот в этом же месте, где трава эта, кто поджигает, мы не видели.